природе, как и во всем нашем мире, нет ничего постоянного. Призрачные туманы растворяются в ясном солнечном свете. Таинственные шорохи ночи исчезают в утреннем щебетании птиц и жужжании насекомых. Неугомонную торопливую весну сменяет степенное лето. За летом идет задумчивая осень, а там и до умиротворяющей зимы недалеко. Такое вот постоянное непостоянство. Но именно в этой простоте непостоянства и заключается великая мудрость жизни. Ни о чем не сожалей, иди всему навстречу, радуйся каждому мгновению этого постоянно меняющегося и постоянно повторяющегося из года в год, из века в век мира. Природа давно живет по этим законам, и нам ничего выдумывать не надо. Наверное, так мы и жили здесь, в тихом уголке безбрежного алтайского леса, затерянного где-то на территории маленькой горной страны посреди бесконечного царства жизни нашей такой крошечной вселенной. Я занимался двумя замечательными семьями махноногих курганников и с радостью отмечал, как быстро и уверенно набирают силы птенцы. Профессор закончил работу в степи и осваивал с Илей другие территории в поисках новых звуков и новых встреч с птичьим миром. Режиссер не на шутку подружился с аспирантом. У них оказалось много общих интересов – музыка, восточная философия. И вот однажды солнечным утром аспирант пригласил режиссера на увлекательную экскурсию по лесу. Я хотел рассказать о тех птицах, которыми я специально занимаюсь. Это пеночки. Вот. Это небольшие птицы, неяркой окраски, в общем-то, приблизительно одинаково выглядящие везде по нашей стране, но отличающиеся прекрасными голосами. И пеночек сейчас открыто очень много, и каждый год находят новые виды. Пеночек, к сожалению, не у нас, но в Китае. Вот. И все они похожи друг на друга. То есть получается, что по окраске как-то внешне их очень трудно отличить. Вот. Но при этом у них очень яркие отличия в голосе. А для пеночек песня – это один из главных стимулов к образованию пар брачных. Вот. Потому что песня, она не только для услады души существует. Ну, во-первых, это охрана территории. Самец показывает другим самцам, что он здесь, да, что здесь все занято. Во-вторых, это привлечение самок. Вот. И в-третьих, это закрепление каких-то своих особенностей у своих детей. То есть это распространение культурной традиции. И как в языке человека существуют свои говоры, свои диалекты, свои варианты внутри видов. И эти тонкие различия могут очень о многом нам сказать впоследствии. Вот мне посчастливилось как раз найти гнездо. Вот. Заметил, что птица вылетает из елочки и влетает туда. Держит в клюве травинки и перья. То есть гнездо оказалось. Вот оно. Видишь, в развилке, да. Веточек елки, сплетенная из травинок и выстилка из перьев. А ты же мне говорил, что птенцы должны быть. Да, видно, что оно только еще строится. Видимо, это уже повторная кладка, а первая, наверное, была потеряна. Разорена хищником. Сейчас мы поставим сеть и будем ловить самца теньковки на его же песню. Видишь, вот этот. Есть. Скорей. Пеночек удобно. Удобно вытаскивать за ноги. Вот. То есть мы
подножками у него вот так. Продеваем палец, хватаем вот его за голени. И дальше такими освобождаем. Нет, тут все мягкое. Попробуй, тут все как пух. И такими движениями плавными освобождаем крылья. Оп. Ну, он хорошо сторожил территорию, да? Оп. Сейчас, раз. Оп, все. Готов, вообще классный парняга. Вот он, самчик, да? От страха самец. Немножко потерял перьев. Нормально. Так называемая линька страха. То есть, когда на них нападает хищник, допустим, они могут это все откинуть. Хищник может на это среагировать и потерять бдительность. Бросится ними, да? Потому что, когда первый раз это происходит, ты думаешь, что такое? Видишь? Ну что, сейчас мы его посадим в мешок. И будем потом обрабатывать, брать с него промеры, возьмем анализ, анализ крови, да, для генетического, в качестве генетического материала, потому что у нас в лаборатории работает и по Тиньковкам тоже. Весь день путешествовали режиссер с аспирантом по лесу и видели еще много интересного. Сейчас. В кедровнике, например, их освистал трехпалый дятел. За то, что остановились ребята недалеко от неприметного дупла с его любимыми чадами. Трехпалым дятла прозвали за то, что где-то в дебрях эволюции потерял он свой четвертый палец. И теперь у всех дятлов по четыре пальца на ноге, а у него три. В остальном его дятловая жизнь протекает по общим дятловым законам. Он долбит кору и древесину для строительства гнезда и поиска пропитания. Находит там разных короедов, усачей, златок, долгоносиков, рогохвостов. Следующим на пути режиссера с аспирантом обнаружилось интереснейшее жилище поползней. Как и дятлы, они оседлые. Как и дятлы, лазают по деревьям. Но добычу ловят не под корой, а на коре и в ее щелях. Даже гнездятся в заброшенных дятловых дуплах. Но чтобы здоровяки хозяева или еще кто-нибудь незваный вдруг не забрались к ним в гости и не наделали глупостей, поползни обмазывают литок глиной под свой маленький размер. Да так мастерски подбирают состав, что получается почти что бронированная дверь. Да. Но нельзя надолго отвлекаться от работы. Так что колонку на пенек и вперед. Дальше заманивать маленьких пеночек в сети с помощью магнитофона. Все. Хорошо, слышишь? Что, выходим, да? Да. С этой стороны, да? Да, давай. Вот так, да? Не сжимай. Сильнее. Вот так, полностью. Полностью практически. Ага. Вот. Так, а ножки держи? Все. Нет, не держи. Все, вот так ее можно держать. Вау, есть. Я перестичку. Классно. Такая тепленькая, сердце бьется вообще обалденно. Ну ты будешь. Отпускай, да? Счастливый режиссер выпустил птичку на свободу. А потом еще несколько раз навещал семью пеночек, чтобы убедиться, что все у них в порядке. Пора было подводить итоги наших полевых исследований на Алтае. По традиции, слово взял профессор. Ну, надо начать с того, что на Алтае это большущая страна, всю ее не охватить, и обследована она мало. Собственно, это можно сказать и обо всей нашей необъятной родине. А что касается конкретно Алтая, то здесь более-менее капитальные исследования проводились 100 лет назад и 50 лет назад. Так что вот пора бы как-то еще раз провести эту инвентаризацию того, кто здесь есть вообще из птиц. Вот по сравнению с тем, что было 100 лет назад, исчезли ряд видов, которые сейчас в Красной книге. С тех пор, собственно, почти ничего не изменилось. Мало, вернее, что изменилось. Как хищники были редкими, так они и остались.
потому что им досталось в 60-е годы от целенаправленного истребления, вот, от целенаправленного преследования. Вот, мы можем сказать в качестве хорошего такого приятного примера о том, что журавлей-красавок стало настолько много, что их можно считать уже обычным видом здесь. Другое дело, что относительно немного из них размножается, но численность их довольно высока. Кроме того, мы можем сказать, что какие-то виды продвинулись на Алтай. Вот наш родной зяблик, среднеевропейский, уральский, он и за Байкал уже зашел, и раньше его не было на Алтае вообще, а сегодня он, ну, по крайней мере, в нижних лесах, вот по Чуе, по низкогорьям, он довольно-таки обычен. Но вы свою работу сделали, вы довольны тем, что надеетесь? Всю работу никогда не сделаешь, мы довольны, в общем, тем, что удалось здесь побывать, что удалось узнать. И у нас же была еще часть работы узкоспециальная. Ну вот работы с пеночками, с сорокопутами. Вы были свидетелями этой работы. Ну вот эта работа как раз была запланирована достаточно целесообразно, и мы ее выполнили вполне успешно. А что касается фаунистики, ее не сделать никогда целиком. Это можно еще приехать, еще уехать, еще приехать. И все равно будет что делать. Значит, Николай тоже доволен, да? Николай, конечно, доволен, потому что, ну, он аспирант, у него это все время на счету, и все результаты ему нужны. Вот как раз для осуществления его главной аспирантской цели. Как быстро летит время. Какой волнующей была первая встреча с неизведанным. Как трудны первые шаги. Много незабываемых минут пережили мы на этих сказочных просторах. Познакомились с интересными животными, насладились красотой лесов и рек, побывали в гостях у кочевников и послушали алтайские духовные песни. А сколько еще открытий, откровений ждет путешественника на его ярком пути по неповторимому, щедрому миру дикой природы Алтая, чтобы незаметно оказаться вдруг полностью очарованным и покоренным этой удивительной страной. На своем языке можешь. Мам, ну, а эти сказки даже. В нашей жизни всегда возникают ситуации, когда хочется как-то почистить свое тело. И вот мы едем в баню. На прощание мы затеяли выездную настоящую русскую баню. Че, на Уваске поедем, да? На берегу горной чистейшей речки установили шатер и затопили нашу маленькую печку на полную мощность, как топку локомотива. Иля, как и большинство собак, хоть и не парится в банях, но по-дружески принимает участие во всех странных выходках своих двуногих товарищей. Греется, топится в огороде баня. Какой дымок симпатичный. Первым снимает пробу всегда профессор, последним я. А большую часть времени банного процесса занимает режиссер. В этот раз он заготовил побольше сухих лиственничных дров и устроил в шатре настоящий ад, в смысле жара. Неопытный в банных делах аспирант опрометчиво согласился испытать на себе весь нелегкий процесс настоящей мужской бани по-режиссерски. Нормально. Что там? Ну, покорякай. Студент готов? Студент готов. Да, сейчас запускать? Я его буду. Сейчас парить буду. Да, пускай такой. Ага. Николай, давай. Уже тут нормально. Только нельзя, выстужать нельзя. Вообще напарились, отлично. Ох. 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 Ох.
Дублик, да. Дублик не надо? Надо. Вот так, осторожно. Чистые душой и телом, отдохнувшие и посвежевшие, мы ужинали в лагере, прощаясь с этим чудесным лесом, который дал нам приют и не раз укрывал кедровыми и лиственничными лапами от проливных дождей и снежных буранов. Спасибо ему и спасибо всему Алтаю. Рано утром мы прощались с Николаем. На трассе он садился в автобус и уезжал в Москву. Иля, ну, иди сюда, Иля, ну прекрати. Илечка. И у нас впереди была непростая дорога. Далеко на север отсюда уносит свои воды река Обь. Ну что же, прекрасный был лагерь в горном лесу. Но нам пора дальше. Красавица Катунь еще долго бежала рядом с нами наперегонки. Режиссер с грустью смотрел в ее сторону и думал, что переплыть эту реку под силу, наверное, только сказочному герою. Профессор с Илей мчались впереди на броневичке. Горы становились все ниже, Алтай прощался с нами. И вот наша родная западносибирская равнина. Добрались мы, наконец, до географически важнейшего места. Именно здесь Катунь сливается с Бией, и именно здесь берет свое начало величественная и прекрасная река Сибири – Обь. Словно вздохнув полной грудью, устремляет Обь свои величавые живительные воды вдоль заливных лугов, красивейших проток, озер и старец. Для каждого страждущего живого организма найдется место в широкой, богатой кормами долине этой царственной реки. Заботливая мать и грозная защитница всего живого неспешно движется Обь на север Западной Сибири, к ледяным воротам Арктики. Поистине захватывающим зрелищем становится ее слияние с могучим западносибирским князем Иртышом. У каждой реки своя история, свой путь, география. Но, слившись воедино, они ни на миг не потеряли своей сути, своего предназначения. Нести жизнь в эти суровые северные широты. Откуда берет свое начало Обь, мы знаем. А что же Иртыш? Где его первые родники и снежники? Оказывается, Обь и Иртыш имеют общую родину – Алтай.
маленьким горным ручейком начинается Иртыш на ледниковых склонах Монгольского Алтая на высоте 2,5 километров над уровнем моря. В далекой сказочной Джунгарии, западной части китайской провинции Синьсянь. Стремительно спускаясь с гор, река с самых верхних своих течений начинает силой размывать берега. Да, в переводе с тюркского слово «Иртыш» означает «землерой». Казалось бы, вода после такой работы должна быть мутной и грязной. Но на самом деле Иртыш является одной из самых чистых и слабоминерализованных рек в мире. В прошлом столетии велись споры, что считать главной рекой, а что притоком – Иртыш или Обь. Иртыш длиннее, и вдобавок Обь впадает в Иртыш сбоку, как приток, не ломая его прямолинейного направления от Тобольска до Салехарда. Но решающим в споре оказался довод, что Обь полноводнее Иртыша. Поэтому Обь стала главной рекой, а Иртыш – ее притоком. К тому же Обь от рождения до океана ни разу не покидает просторов России, а Иртыш проходит по трем странам, прежде чем добраться до нее. С древних времен Иртыш считается важной водной магистралью, которая соединяет южные и северные районы Сибири с Казахстаном. По реке ходят суда, которые перевозят лес, нефть, зерно, материалы для строительства и прочие грузы. А сколько красивейших городов на его берегах, среди которых Усть-Каменогорск, Аксу, Омск, Тара, Тобольск, Ханты-Мансийск. Велик и могуч дядька Иртыш. Долго ли, коротко ли, но добрались мы, наконец, до его главного притока. Самого длинного, кстати, в мире. Реки Ишим. Замечательные места у нас в России есть. Здесь снова июнь, начало лета. Ведь время в нашем фильме не подвластно его жестоким законам. Кто это? Кто это? Новые звуки, уханье лесных сов, мяуканье иволги, лай косули и, конечно, писк родных сибирских комариков предвещали славные денечки, новые впечатления и встречи. Прочихнулись мы с комарексом. Он оказался для детей. Его комары почти не замечают. Движением. Раз. И сзади. Два. И потом вот так. Раз. И перед горлом. Два. Все.